Тюменские специалисты меняют лифты в многоэтажках Краснодона Луганской Народной Республики. Напомню, что между Тюменской областью и Краснодонским муниципальным округом действует соглашение о сотрудничестве. Новое белорусское оборудование уже поступило, сейчас демонтируют старое, оно служило больше положенного срока. Работы осложняются наличием воды в подвалах домов, отмечают подрядчики. К решению проблемы подключили местную администрацию. Ну, уже все электронное. Меньше механики, больше электронного. У них проблемы здесь, знаете, у них сейчас нету ни директора листовой организации, ни механиков, никого нету. Одни диспетчера, они ходят, просто перезапускают лифты. Ну, нет никакого обслуживания. Добавлю, в рамках соглашения о сотрудничестве тюменцы заменят в многоэтажках Краснодона 10 лифтов.